Какое самое идиотское правило было введено у вас в школе? В 8 классе нам запретили собираться в круг и стоять так на перемене. Таким образом, школа хотела предотвратить возможные стычки в центре круга. Вместо этого мы собирались в квадрат. Помню, был период, когда мы в школе собирались с ребятами в круг и орали «Бей, бей, бей!», пока не приходил учитель и не начинал разнимать несуществующую драку. Боже мой, какими же мы были козлами! В 10 классе у нас в школе была дикая проблема с вандализмом. Школьники всевозможными способами расхерачивали туалеты. В результате гениального решения руководства школы было решено, что любой туалет, который подвергся вандализму, будет закрыт на неделю при первом нарушении, на целую четверть при втором и навсегда при третьем нарушении. В первый же день после закрытия всех туалетов они отменили это правило. Нам было запрещено заходить в класс с рюкзаками, а вот с сумочками разрешалось. Девочки стали носить с собой большие сумочки, которые походили на рюкзак, а мальчики бомбанули и тоже стали носить сумочки. В нашей средней школе ввели запрет на соль и перец в столовой, утверждая, что они слишком вредны для здоровья. При этом в торговых автоматах в школе по-прежнему продавался Mountain Dew. Обувь необходимо носить так, как задумано производителем. Я понятия не имею, кто или как носил обувь неправильно, но нам дословно повторяли эту фразу на утренних объявлениях, когда в разные моменты года происходили предполагаемые нарушения. Школа решила, что все плохое случается в последние 5 минут перерыва на обед, поэтому каждый год они сокращали перерыв на 5 минут. Любая компания больше 5 человек считалась потенциально опасной, поэтому нам запрещалось ходить в группе больше 5. Изменено. Это была не какая-то муниципальная школа для трудных детей в большом городе. Мы учились в маленькой католической школе в крошечном фермерском городке. Худшим поступком ученика за все время моего пребывания там был случай, когда какой-то пацан осмелился перейти через дорогу, чтобы купить в магазине газировку. Нам запрещалось отбивать друг другу кулачок. Причина была в том, что ребенок может промазать и случайно ударить другого по лицу. Изменено. Справедливости ради, школа, в которой я учился, находилась в довольно неблагополучном районе, так что там случалось много драк. Нам запрещалось сидеть в классе в зимней одежде, куртки, шапки, перчатки, потому что все это представляло собой символику банд. Мы жили в маленьком фермерском городке в штате Висконсин. Помимо того, что здесь точно не было никаких банд, зимой тут было чертовски холодно даже в помещении. Но оказалось, что ходить в теплой одежде, по мнению школы, могли только члены банды. Не связывайтесь с кланом варежек. Перчатка гэнг, шарф отряд, балаклава бойз! В нашей школе запретили обниматься, потому что объятия считались чем-то эротичным. Как вы можете себе представить, после этого пацаны до конца года давали друг другу очень чувственные пятюни. Представляю, как они издавали громкий стон, пока их ладони в течение нескольких секунд медленно скользили друг по другу. Если ты участвовал в драке, тебя отстраняли от занятий. Хоть это и звучит разумно, школе было плевать на детали случившегося. К примеру, как-то раз меня тоже отстранили от занятий за драку. Но при этом я не нанес ни одного удара. Ни кулаком, ни ногой, ни чем-то еще. Меня отстранили, потому что один пацан выбил у меня из рук книги. А когда я потянулся вниз, чтобы поднять их, он ударил меня в лицо. Короче говоря, меня отстранили за то, что я шел по коридору и внезапно получил по лицу. Идет нахуй средняя школа Брэндон В. Моего кореша отстранили от занятий за нечто подобное. Его мать, служившая в морской пехоте, недвусмысленно намекнула ему, что если кто-нибудь еще раз попробует вытворить подобное дерьмо, то пусть он сделает все, чтобы заслужить свое наказание. Охуеть, вот же удивительно, тот чел вновь попытался сделать это, но мой кореш тут же на него набросился. Как итог, сломанный нос, порванное ухо, фингалы на несколько недель. Последствия были точно такими же, как и в прошлый раз, когда он вообще не сопротивлялся. За исключением того, что теперь мой приятель получил одобрительное похлопывание по спине от своей мамы и новую видеоигру. Знаете, что я вам скажу? Никто больше ни разу до него не докапывался. Если бы не эта политика нулевой толерантности, то не было бы никаких проблем. Какой-то урод ударил тебя? Окей, школа наказала его. Только его. Все легко и просто. В школе ведь повсюду стоят камеры. Понятное дело, что разобраться в ситуации проще простого. Нам нельзя было носить любые головные уборы и аксессуары цвета банд, красные или синие, включая резинки для волос, заколки, ленточки, все. Мне досталось за то, что я надела синюю резинку для волос с белыми точками в горошек. В качестве наказания за пропуск школы нас отстраняли от занятий. Не хочешь идти в школу? Ну, теперь ты в любом случае не можешь до следующей недели. Изменено. И нельзя было носить майки, а у нас был очень жаркий климат, потому что открытые плечи – это слишком откровенно для школы. В 12 классе меня отстранили от занятий на 3 дня за пропуск уроков. Родителям даже не пришлось
пришлось из-за меня идти в школу. Вот же кайф. Нам запретили ходить по школе в шапках, потому что шапки могут представлять символику банды. Единственной крупной преступной группировкой в нашем районе были «Ангелы Ада», и они, самой собой, не заставляли своих членов носить детские шапочки в знак своей преданности. Это была полнейшая клиника. Через несколько лет после окончания школы я вернулся туда в качестве волонтера для одной школьной поездки. Хотел оказать услугу своему любимому учителю. Директор, стоявший на другом конце территории школы, увидел меня в шапке и тут же помчался ко мне. Он пробежал метров 700, чтобы остановить меня и сказать, чтобы я снял шапку. Когда я сказал ему, что я уже не ученик и не должен соблюдать школьный дресс-код, он сказал, что либо я снимаю шапку, либо ухожу, либо он вызовет полицию. Это было не в день поездки, мне тогда просто нужно было явиться в школу, чтобы взять маршрут поездки и все такое. Поэтому я просто сказал: «Да пошел ты нахуй, я сваливаю, идиоты». Я люблю рассказывать эту историю. Нам ставили оценки в процентах. И если ты получал 100% за семестр, тебе снижали оценку до 99%, потому что идеален может быть только Бог. Насколько я знаю, это не было официальным правилом. И я знаю, что подобное случилось только один раз с девочкой, которая в итоге стала нашей лучшей выпускницей. Но именно так ей и сказали. Это была католическая школа для девочек, и там было много других странных, строго соблюдаемых правил, особенно в отношении форм. Но правило, что идеален может быть только Бог, навсегда останется для меня главным. У нас в старших классах школьникам запретили носить футболки с фотографией обложки популярного в то время альбома Signals группы Rush. На обложке была изображена собака, нюхающая пожарный гидрант. Они посчитали это чем-то неприличным, потому что, по их мнению, собака собиралась на него помочиться. Всем ученикам это правило показалось крайне идиотским, и примерно половина всех учащихся выбрала день, когда мы все пришли в такой футболке. Мы победили! В начальной школе у нас под запретом были леденцы от кашля. Руководство школы считало их серьезными медикаментами. Боже, упаси Господь, если у вас болела голова. Что? Просишь аспирин? Ну знаешь, тебе просто нужно есть больше клетчатки, а аспирин — это жесткая дрянь. Подобная херня происходит в школах до сих пор. У моей дочери непереносимость лактозы, и ей не разрешают принимать во время обеда лактаид, потому что это, по их мнению, серьезный медикамент. У нас из-за вандализма на 2 месяца сняли все двери с кабинок в мужском туалете. То же самое было и в моей школе, но на целых 4 года. У нас в туалете не было ни туалетной бумаги, ни зеркал. Не было бумаги? А что вы тогда использовали? Если мне нужно было покакать, я шел домой. Нам запрещалось носить куртки. Руководство школы думало, что мы можем спрятать там телефон или бомбу. Надеюсь, ты рос на Гавайях. Мы должны были носить ремни. Кто-то настучал, что ученики не носят ремни, прикрывая пояс свитером. В итоге началась реальная проверка, и кучу учеников наказали. Идиотизм. У нас в школе проводились самые настоящие рейды по ремням. Директор врывался в класс, прерывая урок, и проверял, все ли носят ремни. Во время большой перемены на обед запрещалось собираться в компании более 5 человек. Таким образом, директор нашей школы пытался противостоять бандам. Но я не видел ни одного учителя, который бы поддерживал это правило. Училась в школе для девочек. На танцы нужно было приходить со своим парнем или вообще не приходить. Нельзя было приходить одной или с подругами. Короче, у нас все было наоборот. Походу, танцпол был пустой. Все дети 6 или 7 класса начали надевать розовые шнурки на ботинки, не знаю почему. После чего школьное руководство запретило цветные шнурки, сказав, что розовый – это цвет банды. Нам запретили носить одинаковые футболки, потому что посчитали, что мы таким образом символизируем какую-то банду. А мы носили одинаковые футболки в поддержку одного мальчика, больного раком. Моя школа находилась в ебучей Небраске. Кажется, американские школы одержимы темой банд. Это реально так. Наша государственная школа в 90-х годах пыталась заставить нас носить форму, как это делалось в частных школах. Главным аргументом в пользу этого решения было избегание цветов банд. Причем это была престижная школа в пригороде. Короче говоря, школа готова ухватиться за любой предполагаемый потенциальный проступок, чтобы навязать свои авторитарные правила. И в итоге получается, что к девочкам-подросткам, которые носят с собой ибупрофен от спазмов при месячных, относятся как к барыгам Герыча. Девушки должны были ходить в юбках даже в холодную дождливую погоду. Я никогда не понимала этого правила по поводу юбок. Типа, почему? Кто придумал, что девушки обязательно должны носить юбки? Циник, сидящий во мне, говорит, что так извращенцам будет легче сделать свое грязное дело. Но ведь это не может быть реальной причиной данного правила, правда ведь? Брюки покрывают большие участки кожи, закрывают какие-то откровенные женские части тела и облегчают девочкам передвижение, убирая страх обнажить ту или иную часть тела. Так в чем же проблема? Почему
почему девушкам нельзя носить брюки. Никакой приталенной одежды для девочек. Это правило ввели в старших классах. Если у девушки из-за одежды выделялась грудь или попа, то ее отправляли домой. Причем это была не религиозная школа, а обычная школа, которую руководили тупые куски дерьма. Девочка и мальчик не могли сидеть вместе. Школа наняла дисциплинарных работников, которые ходили по школе и следили за соблюдением этого правила. Если вас ловили в первый раз, вас отстраняли от занятий на день. Если ловили еще раз, то отправляли в кабинет директора. А если данный проступок повторялся вновь, то в конечном итоге дело доходило до родителей и так далее. У нас в старших классах половина туалетов была постоянно закрыта. Все дело в том, что администрация школы боялась, что ученики будут там курить. У нас в школе был случай, когда парочка старшеклассников словили передоз. Тогда школа поставила перед входом в туалет охранников, и те впускали только одного человека за раз. В той школе училось примерно 1200 учеников, и на всю школу было ровно 2 туалета. В итоге ученики стояли в очереди по часу и пропускали больше половины урока. Уроки длились 90 минут. Неудивительно, что это правило продержалось недолго. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какое самое идиотское правило было введено у вас в школе. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока!